Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас передача досить незвичного формату. Я ведучий Валерій Пельгун. У мене в гостях гості Євгена Хрімінко, CEO проекту, і Віталій Потапчук, кофаундер проекту. Якого проекту і як він правильно називається? Як взагалі називається ця технологія? Ми зараз більш детально проговоримо. Я хотів би привітатися з усіма. Доброго дня. Добрий день, Валерій. Доброго дня, Віталій. Добрий день. І так, перше питання. Як називається розроблений вами мобільний додаток? І я хотів би, щоб спочатку ти, Євген, буквально у форматі одна хвилина, а потім Віталій. Будь ласка. Наш проєкт називається BeWarned. Компания технологий для людей. Суть этого проекта – позволить неслышащим людям коммуницировать в обществе без каких-либо барьеров. Как именно, я думаю, мы расскажем чуть дальше, чуть позже. Будь ласка, як ти цей мобільний додаток, Віталій, називаєш? Для меня это приложение больше, чем название. Но я называю BeWarned, потому что это связано с нашими программами, так как я разработчик. Наша первая программа называлась связана была с безопасностью, поэтому у нас такое название компании, чтобы глухим было, глухие были безопасности. Добре. А скажіть, будь ласка, історія взагалі таких подібних розробок в світі існує, і ну, чи є подібні розробки в інших країнах чи в інших компаніях? Да, конечно, существуют. Они не настолько развиты, как другие приложения или игры, или приложения коммерческого использования. Они менее популярны, потому что это больше социальные проекты, нежели коммерческие. Хотя есть компании, которые это совмещают. Я думаю, что у нас тоже получится совмещать это. В основном все эти программы, все компании, которые это разрабатывают, это называются программы, IT-программы инклюзивного направления, то есть для людей с ограниченными возможностями. То есть есть программы, которые помогают преодолевать эти ограничения. Ты, Виталий, что можешь додать до этого запитания? Хотел бы сказать, что такое приложение дает возможность безограниченно общаться с обычными людьми. От під час користування цим мобільним додатком, які ви виявили напрямки, ну, от, наступний крок, що ви додасте до своєї розробки, ну, там, через місяць, через два, через три, що ви плануєте? Скажу так, что за те два года, в которые мы начали разрабатывать вообще направление, соединили IT-проект с социальным, и непосредственно мы взяли тему неслышащих людей, так как к нам в команду пришел замечательный программист, замечательный человек вот с таким ограничением. И первый вопрос у нас был, как наладить с ним коммуникацию. И вот этот вопрос и стал для нас целым направлением, целым проектом, целой нашей жизнью, нашим ребенком, которым мы сейчас растим, воспитываем, добавляем в него много интересного. И прежде чем ответить, что мы еще планируем, я немножко расскажу, что уже было сделано. Это не первая программа, которая для неслышащих. Мы за два года разработали порядка 6 программ. Я коротко расскажу о их предназначении. Одна из первых программ это было с помощью мобильного приложения выявлять опасные звуки. И не просто по громкости, а именно идентифицировать их, такие как лай собак,
клаксон автомобиля, крик человека и сигнализация, либо сирена, чтобы неслышащий мог среагировать на вот эти звуки через смартфон. Через смартфон, да. То есть нейронная сеть, которую мы разработали, которая была в самом приложении, определяла эти звуки, выявляла и с помощью вибрации флеша предупреждала неслышащего о том или иной опасности. Второе приложение было направлено на коммуникацию путем преобразования текста, который пишется в смартфоне, в речь, и наоборот, человек, который говорил что-то неслышащему человеку, это сразу преобразовывалось в текст в самом смартфоне. Такая технология сейчас у нас есть в более продвинутой версии для коммерческого использования. Программа есть у нас замечательная, Dance так называемая. Как оказалось, неслышащие люди хотят и умеют танцевать. И с помощью этого приложения, да, оно определяет BPM, ритм песни, которая загружена в телефоне, и передает своему владельцу, и человек может двигаться, танцевать, либо, как они говорят, видеть музыку. Есть еще ряд наработок и разработок, но хотел бы сегодня эфир не занимать. Да. До речі, ну, ми ж розуміємо, що Віталій абсолютно з нами постійно на зв'язку, і він все чує і розуміє. От, Віталій, для тебе який наступний крок як програміста, да, от, яку нейронну сітку ти додаш, додаси собі в свій додаток? Я зараз в основному цель ставлю на то, что убрать эти ограничения между неслышащими и слышащими людьми. Для меня это есть и была проблема с детства. Сейчас есть такая проблема до сих пор. Я встречаюсь с равнодушными людьми, с говорящим миром. Я хотел бы сказать... Я не могу сказать. Я вынужден писать ручкой, бумажкой. Это очень и очень неудобно. Часто люди просто отказываются, не хотят общаться. Поэтому ну, цель моя была на развитие этого приложения, убрать эти ограничения общения с слышащими людьми для неслышащих. І все-таки ще продовження. Слідуючий, який шаг ти видиш? У мене є ще много варіантів, потребностей, проблем в житті. Щоб, ну, це треба вирішити. Я допомагаю вирішити це неслышащим людям також. Понятно. Поэтому... Ты чувствуешь себя победителем в данном случае? Ну, как сказать. Я же не один, это командная работа. Понятно. Добре. Тепер до суто таких практичних питань, тому що, напевно, глядачі зрозуміли, що ми сьогодні показуємо перший ефір за допомогою IT-технологій, і людина з обмеженими можливостями спокійно з нами в прямому ефірі спілкується, і немає ніяких проблем. От якщо перенести на загал, які доступні тарифи ви пропонуєте в своєму, для свого мобільного додатку, для клієнтів, для своїх? Розкажи, Юрген, трохи. Такая эта тема немножко для нас болезненная, потому ну, что... Ну, всех сразу запитание, сколько это вартует? Изначально этот проект предполагал то, что неслышащие люди не должны и не будут платить за него. Так как этот проект состоит не только из IT и технической части, которая может работать за минимальные средства, либо более автономно, здесь есть у нас один из первых в Украине контактных центров переводчиков жестового языка, поэтому содержание, зарплаты этого тоже требует определенных расходов.
Ні, не виправдуйте. Я не виправдуюся, я розказую. Да, ти просто скажи нам. Да, ні, я розказую предісторію. Це коштує точно скільки ось? Час пользования мобільним приложением, переводчик же я, стоит порядка 80 гривен. Если это 2 часа, это 130 гривен, идет на уменьшение. Если это 3,5 часа, это порядка 200 гривен. И свыше 3,5 часов 250 гривен. Это стоимость рекоменческая. За добу треба вы говорите, чи це можна, ну, наприклад, нет, за тиждень? Нет, это в месяц. А, це за місяць? Да, это в місяць. Тобто, в принципі, це досить такі, ну, доступні тарифи. Да, есть сравнение стоимости вызвать переводчика жестового языка офлайн, как мы уже называем, да, это, да, офлайн, да, с собой, то такая функция стоит от 250 за и годину. До 500 гривен, да, за час. Причем даже если общение будет 15 минут, 20, все равно нужно оплатить час. Mm-hmm. Поэтому наш тариф, когда человеку вот сколько нужно, там 2, 3, 5 минут для решения вопроса, то есть ему это обходится... Ну, Виталий, ну я не зрозумію тоді, чому ти не відчуваєш себе переможцем. Ти подолав бар'єр для спілкування, ти подолав цінову перегороду, тобто, ну, ваша спільнота має бути задоволена. Понимаете, наша компания предлагает технические решения. Но я встречаюсь с сопротивлением в обществе слышащих людей. Например, я бы хотел, чтобы я мог прийти в любую компанию, ну, допустим, такую, как Новая почта, Розетка, чтобы я мог там общаться, узнать, получить консультацию. Ну, це не проблема. Я думаю, що ми допоможемо вам налагодити такий контакт із відповідними організаціями, які ви назвали. Я думаю, що після нашої передачі, ну, в суспільстві зникне якийсь такий потенціал супротиву. Адже це наша робота — працювати над цим. Ну, не буває все за день. Я розумію, ну. Програма рішає, це половина роботи. Добре, Віталій, скільки тобі років? Роботи. Почекай, давай вже більше. Які тобі роки? Мені вже 30 сповнилось. Це юношеський такий максималізм, ти хочеш все за один день? Подождите, це проблема, ну, я вже працюю 4 роки над цим приложенням. И нам еще очень многое надо что сделать. Да, шановні глядачі, ви розумієте, да, що час дає наскільки актуальні виклики і завдання, що ми маємо в досить короткі строки долати дуже, дуже великі відстані. І перш за все в свідомості. Добре, продовжуємо. От скажіть, чи можна сплатити вашу послугу за рахунок меценатів? Ну, наприклад, людина-меценат хоче допомогти певній цільовій аудиторії чи певній територіальній громаді, і там є відповідно ваша спільнота. От як це зробити? Як залучити таких соціальних інвесторів до вас? Я хочу сказати, що прежде всего нужно, наверно, розказати о такой проблематике, потому что в обществе вообще не замечают неслышащих и считают, что их-то вроде бы как и нет, или их очень мало, потому что... Ну, это давайте відносити до цинизму людського, да? Это не цинизм, а просто когда у человека нет этой проблемы в ближайшем окружении, он о ней не думает. Так, ну це нормально, та, людская логика. Да, да, да. Поэтому сейчас вообще тема помощи в инклюзии, то есть людям с особыми потребностями, становится достаточно популярной. Популярна она тем, что, скорее всего, наше все-таки сообщество начинает быть более здоровым, более развитым, и начинает обращать внимание не только на свои потребности личные, а что есть люди, которые еще тяжелее, еще сложнее. И сейчас я рад этим событиям. Сейчас очень много происходит, в частности, и в Украине, и в Киеве мероприятий, связанных с освещением этой проблематики, с помощью, с всевозможными организациями, которые в том числе оплачивают меценаты, всевозможные фонды. И мы очень активно следим, так как мы являемся частью этой
коммуны неслышащих за всеми этими мероприятиями. За последние два года это очень, скажем, очень заметно, как это вышло на новый уровень освещения этого вопроса и помощь в этом вопросе. Сейчас есть много организаций, в частности, которые помогают неслышащим и для детей, как инклюзивное образование, всевозможные мероприятия. Мы также стараемся быть в этом тренде, но у нас миссия немножко другая. У нас как раз вот с помощью IT-технологий помогать, развивать, доносить до людей. Поэтому, я думаю, это все возможно будет после того, как мы больше расскажем о неслышащих, больше расскажем о том, что теперь есть инструмент, который может преодолеть эти ограничения. И я думаю, что есть люди, которые заинтересуются и предложат свою помощь. А каким образом? Это все в индивидуальном порядке. Допустим, я могу сейчас рассказать, как это сделал, как это сделал и международная компания Ашан, которые предложили нам сотрудничество, которые были заинтересованы в сотрудничестве, так как у них работает порядка 200 неслышащих, и они не ограничивают это количество, они наоборот это количество хотят еще увеличить, потому что для них неслышащие сотрудники такие так же ценны, как и все остальные, и они захотели для них сделать возможность общения, и не только общения, в частности, и помощь в трудоустройстве, помощь в развитии личностного роста, повышение уровня квалификации и так дальше. Есть замечательная организация «Ауток», которая ее основная цель – это заботиться о неслышащих и всячески им помогать. Так вот, и с «Утогом» у нас есть партнерские отношения, которые оплачивают для своих членов УТОГа, оплачивают 300 минут в месяц для решения всевозможных задач. Да, и не только бытовые, это и вызов скорой помощи, и общение в магазине, и общение в больнице. Это тоже пример того, когда кто-то платит за неслышащих. Есть у нас сейчас предварительные договоренности с несколькими государственными, муниципальными органами, которые тоже проявили интерес и готовы оплачивать услугу, чтобы неслышащие получали консультации, услуги в их организациях. Я думаю, это только начало. Питання до Віталія. Чи використовуєте ви грантові кошти? Грант? І якщо так, то от якої організації, чи де ви робили презентації, Віталій? На сегодняшний день мы изучаем этот вопрос. То есть есть желание поучаствовать в таких конкурсах? Конечно, конечно, да. Виталий, ты сам лично готов вот в таком формате сделать презентацию при публичной защите такого проекта, да? Это будет интересно. Отлично. Я как... відповідний громадський діяч, беру на себе зобов'язання підготувати такий проект, а відповідно Віталій зробить презентацію. Добре, яка персональна історія користування додатком саме приголомшлива? Це питання, відповідно, домашня заготовка, але все рівно я хотів би, щоб Євген розказав те, що він мені розказав при попередніх зустрічах. Про Ашан. Досить така для мене і для глядачів буде, ну, така новинка. Ну, я думаю, что это, скорее всего, не какое-то исключение, это, скорее всего, правило, так как международная компания, у них, у любой международной компании есть понимание не только коммерческого своих показателей, а и отношения к людям. И непосредственно компания Ашан, их главный показатель, который мы с ними оговаривали и они озвучили нам, это не повышение их прибыли с помощью нашего приложения и нашей услуги, а улучшение качества для сотрудников, чтобы сотрудникам было более качественно работать. И мне это очень приятно, и это совпадает с нашими приоритетами.
персональну якусь історію. От, і там була... персональна історія, да. Тобто, як взагалі ми попали на во внимание Ашана. Одна із первых клиентов наших, кто скачала приложение, начала им пользоваться активно, в том числе и на работе, это как раз была сотрудница Ашана, которая на собрании начала включать приложение и начала впервые понимать, что происходит, какие ставятся задачи, что обсуждаются. Это заметил ее непосредственный руководитель, спросил, чем она занимается таким важным на собрании, глядя в телефон, она показала, и как бы это людей удивило, это людей восхитило. И как раз с помощью вот такого знакомства нас пригласили на встречу, мы провели презентацию и заключили договор. За 1.5-2 месяца непосредственно этот человек очень сильно начал развиваться через приложение, проходить курсы повышения квалификации и с достаточно низкого первостепенного там, сортировщицы, насколько я помню. У нее сейчас есть уже развитие, предложение быть и зав склада, и начальником какого-то отделения. Сейчас ее обучение продолжается дальше. И эта практика будет введена во всех сейчас магазинах Ашана после запуска по всей сети данного приложения. Да, ну вот, шановні глядачі, саме такі історії успіху, я думаю, ну, надихають нам. Наступне запитання от до Віталія. Як називається професія от ваших операторів там, в колл-центрі? Як ви це називаєте? От, мені кажеться, це не просто оператор. Покажіть, якщо можна, ще раз наш планшет. Переводчик жестового языка. А вот у меня вопрос такой. Это же ну, не совсем правильно, потому что вы выполняете функции социального посредника. Неужели мы будем называть такие профессии прекрасные, ну, каким-то таким, ну, очень таким примитивным, сухим языком? Мне кажется, вот прикольный социальный посредник. Ви согласні на таке? Ні, мені не подобається таке названня. Да. Переводчик жестового язика, це для мене більш підходяще. Добре, це я з своєї такої громадської позиції просто перевіряю, чи ми готові до того, що в нашому суспільстві з'являться нові професії, ті професії, яких ще немає. І ми не знаємо назви насправді тих професій майбутнього, які нам потрібні вже завтра. Я дякую за участь моїм гостям. Єдине скажу, що буде однозначно друга серія, тому що ми сьогодні ще й в технічному плані трохи не готові вам показати всю повноту можливості спілкування в такому режимі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Дякую.